Неспокойно было и в Полтаве. Там полиция выясняет, кто стал зачинщиком массовой драки в самом центре города. Накануне вечера на улице Соборности подрались общественные активисты и охранники частной структуры. Причиной конфликта стали действия местного предпринимателя, который решил наглухо заградить арку во двор многоэтажки. Местные жители и активисты, возмущенные тем, что забор мешает въезду во двор, пытались демонтировать металлические ворота, но на них набросились представители частной охранной фирмы и неизвестные молодчики. В общей сложности в драке пострадали около 10 человек, в том числе и полицейские. 3 человека получили тяжелые ножевые ранения. Среди пострадавших ветераны АТО. Полиция задержала 12 участников драки. В МВД готовят документы для лишения лицензии охранной фирмы. Коли пішли тетушки, нас залишилось дуже мало. Ну, я ввалив двом, завалив їх, а потім мене почали штрикати ножами за спини. Спереду було дуже багато людей навколо, ну, цих людей. І, відповідно, я на якийсь мить втратив свідомість. Бо там 8 чи 9 живих поранених в легені, в печінку. Ну і потім уже мій побратим мене просто відтягнув, бо я вже не міг нічого. Вони молотили всіх підряд і стояти осторонь не можна було. Тому це чи рука була, чи що, я не знаю. Там, але дісталося багатьом і багато людей не звернулося. Ну, це неприпустимо, щоб таким методом вирішувалось.